нас, кто у нас первый будет? Не, вот тот. Вот, таких на карту. Давайте посмотрим, что это там желтые, красные, там все. Забирали, не буду тоже. Так, кстати, ну, такой. Это 40, да, 40 секунд, да. Не самый первый. Так, ну что, парни уже надумают на поворот, да? Да, хочу на Тарлоте там. Опа, Морзик его. Морзик сейчас заберет. Да, слушай, Морзик забирает. Ой-ой-ой-ой, убивает. Ну, глупо было. Просто окружили, просто окружили. Молодцы, молодцы. Надо давить, давить и давить. Потому что им очень хорошо команду зомби. Так как у них есть нормальные какие это Хатар и Эрика, и Чужой тоже. Ну Фурт тоже отличный игрок. Ну как, с, для третьего дивизиона, мне кажется, он отличный игрок. Да и раньше мы были тиммейтами. Было дело, было. Года три назад, два. Что, Инфинити пока что у нас впереди. Слушайте, нормально. Не думал, что вот так вот будет. Не думал сразу, опа, тут он упал. Сильно раз красный. Фурти все-таки забирает. Получает такую смачную полоску, ракету, блин. Обидно, обидно. Должен. Оу, отлично. Отлично закинули. Зачем брал ракету, не знаю. Ну, убился, убился. Может быть, я дал там тиммейту ракету, не знаю. Лол, лол. Запидел, запидел. Так, мы сами не знаем. Самое главное. Что ж, ой-ой-ой. Что ж, запилит. Включается у нас, конечно, счет. Да, Гавил у нас будет на шафте стоять, все правильно. Ну что же, пока что, блин, ну реально видно, что Инфинити пока что сильнее. Пока что. Ой-ой-ой, там было. Должны тайм не знать. Вот у нас Инфинити. Видно было. Ой-ой-ой, что убивать тиммейта. Эрик. Привет, Фейк. Привет, привет, Фейк. Как дела у тебя? Слушай, пока 4 минуты у нас прошло, почти 5. И, ну блин, пока что зомби уже начинают нарастать. Потихоньку, потихоньку, да. Ну не знаю, может быть Инфинити сейчас как-нибудь заберут клад, который, скорее всего, нет. Фурти опять забирает. Оу, полегче, правильно? Убивать своего тиммейта. Пока что наращивает, да. 8 уже.
Frage. Минус 4 сдала, минус 5, отлично. Уже отлично, квад. Минус 6. Отличное исполнение квада от Фурти. Второй раз у него все получилось, отлично. Надо бы отдать лучше тиммейтам шанс. Не совсем хороший у него стек. Напоминаю, что в чатик я смотрю через телефон. Можете писать. Специально так поставил. Так, ну Мурзика отличный. Стек, которого уже нету, лол. Это лол. Просто 200 на 100 и все потерял. Раз. Да, что-то мне показалось. Инфинити смогут. А, уже начинает падать. Парни начинают из зомби ебашить. Напомню, что команда Rax и против Virtual Ordners, это чехи. Чехи взяли волкат, поэтому игры сегодня не будет. Нет. Но вот здесь у нас продолжается еще. Я так и не понял, кто забрал. А, Дэйл взял квад и Рекс убил его. Опять тимкилов уже было, блин, штук 5 точно. С одним хп ходит, бродит. Так, рейлган. Ой, отлично, ничего. Не надо так ходить. Нельзя. А? Лол. Еще не убил. А, ну так нормально. Молодец. Борьба происходит. Очередной там красный сейчас появляется уже. Ой-ой-ой, вот тут. Ждал я этого, что пойдет он и умрет. Ну блин, нельзя так отдавать. О, видишь? А может не отдал. Может понимает игры, что нельзя отдавать такие айтемы. Ну, держится у нас Infinity, 10 фрагов, 10 фрагов. И сейчас у нас просто появляется у нас в одно и то же время мега с красным и сразу же потом квад. Минус у нас забирает его. Ой-ой-ой-ой. Стека нет. Все забрали. Сейчас появится просто из ниоткуда идти. Нету ни миги, ни красного, ничего. 4 хп. Что делать? Лол. А ему реально нечего. Отдай ему. О, отлично. Ну, так себе лол. Еще и своего хотел убить. Отдай своим тиммейтам что-нибудь. Ё-моё. Окей. Мигу забрал. Будь жить теперь хотя бы. Ой, отлично. Просто двое биты. Ай-яй-яй, ну зачем? Прямой такой отличный. Ракетка смачная была. Ну и блин. Уже сокращает у нас Infinity 5 фрагов всего лишь. Значит, что у нас?
Да, я так и знал, что он. Кстати, пока у нас дамаги дилер в одной команде. Кстати, блин, вот просто лучше игра, чем Тиндейл. Вот так вот. Ну тогда успел лучше. Вот так вот, неожиданно. Ну. Зачем так? Зачем? Хотя я мне показал. Я добавлю позже. Вот. Ну хотя Кнутар все правильно сделал, что забрал склад. Держит преимущество. Я постоянно отвлекаюсь, блин. Попарился. Так, напомню, что у меня есть и YouTube канал. Снизу видите там. Так, я вот сделаю, да? Сейчас, секунду. Проверим. Ай-яй-яй. Выбираем. Во. Все, нормально, нормально. Снизу будет YouTube канал. Там есть папка House of Fate DM. Это сейчас, которая идет в лига. Там есть уже 4 игры, из них 2 P52. И вот Infinity одна. И еще там Excel против Fate 8 или не помню, Cataful 8. А, вот, Cataful 8. Вот, вспомнил уже. Вот, можете посмотреть. B52 там 2 TeamSpeak их. Я стримил, то есть без микрофона, без меня было. Ну, а 2 со мной. Вот сейчас будет уже 5-я игра. Стримлю я только 3-й дивизион. Первый, к сожалению, нет. Только Куки все забирает. И ты не хочешь, так не мой уровень слишком. Как не мой? Мой, но не хочу я стримить там. Определенные дни, которые мне не хотелось бы стримить. Особенно в воскресенье. Это вообще дальше. Так, ну, прошли как-то очередные пауэрапы, я ничего не понял даже. Полка. Извиняюсь. Ну, остается у нас счет 5 фраза всего лишь. Он у нас красный уже. Давайте переключимся на. О, Эрик. 100 на 200. Давай, посмотрим, что парень может. Кстати, мига сейчас. Эх, не пойдет он на мигу. Так, не знаю, там минги теперь не тянете тоже. А вот Эрику нужно забрать какую-нибудь апельсинку. Во, кстати, она уже. Отлично. И надо дождаться пауэрапа. Так, такая тактика, кстати, работает, реально. Красный сейчас, да, ожидает. Знает Инс, его команду. Нет, не знает? А нет, знает, просто знает. Но забрал технокарту. Что, очередные у нас пауэрапы сейчас? Ой-ой-ой. Ну да, забрать у нас команда зомби. Эрик. Давайте посмотрим на его квад. Подран. Минус 2 делать, забирать красный. Отлично. Есть тег. Ой-ой-ой.
Просто он криво так. Пипец. Минус 5, отлично. Минус 6. Давай минус 7 еще сделаем. Напоследок. Напоследок. Ну. Ай. Ладно. Отличный результат. Минус 6 фрагов. И опять раз. За ним. Ну как видим, вот только я переключился на него. Все, забирать. Все убивает. Вообще ни разу еще не умер. Дек есть всегда. Блин. Отлично играть. Просто вот, смотрите, был. Промежуток в 5 фрагов уже 16. Вот так вот. 16. Паренек-то не... Когда он последний раз помрет? В смысле, когда последний раз он помер? Те, кто его знает, у него нет 24 уже. 25, ладно. Ах-хо-хо-хо. Очередной у нас сейчас пауэрап. Красный надо. Забери уже красный. Отдай. Вот, сам забрал. Квад забирает у нас инс. Вот. До чего доводит? Ой-ой-ой-ой. Ну, Эрик справился. Молодец, что хотя бы, можно сказать, отдал, но, блин, он справился с тем, что убил другого противника спала. Лол. Бывает, бывает. По дамаге, кстати, у нас худшее, кстати, двое. Это неожиданно. Я думаю, самое худшее будет либо Мурзик, либо я. Он скилл Джой, на этом минус 21, это вообще неожиданно. Я не думал, что команда Infinity настолько станет сильнее уже. Я думал, это самое слабое, но, как видим, держится, держится. Команда может, но пока что не дотягивает. Со временем, мне кажется, они смогут давить всех. Когда-нибудь, когда-нибудь, да. Что, остается у нас уже 2 минуты до конца, и промежуток у нас уже 20 фрагов. Надо забирать последний пауэрап в команде Infinity, иначе это будет ГГМ. Кстати, может сейчас может такое и сделать. Вот накапливает он себе стек на шафте. Ожидает шафт. Все, забирает. И надо уже становиться. Становиться, да. На поворот. Он видит уже оппонента. Отлично. Осталось не отдавать. Да, вот только вот встречает его. Четверо. Четыре. Эрик забирает. Ну это ГГ. Это уже ГГ 100%, потому что без квада уже ничего не сделаешь. Это ГГ. И поздравляю с первой выигранной картой команды зомби. Была жестокая. Хорошая такая игра. И Infinity даже с первой минуты там по шестую вели, но потом немножко отдавали там преимущество, 10 фрагов, 5 фрагов, только туда-сюда, туда-сюда, но потом все-таки в конце игры тоже на 16 минуте они уже шатнулись. Время, да, не смогли уже у нас промежуток 5 фрагов. Thank you.
смогли у нас немножко Infinity. Ну, я могу похлопать парням, реально похлопать, потому что ну реально отлично сыграли. Отлично. Я, конечно, вот за такой состав я плюс даю. Вот это отличный состав. Ласкост, Инс, Мурзик и Киндейл. Да, им надо потренироваться еще. Ну, кстати, я вспомнил. После этой лиги, по секрету скажу, что будет еще одна. Лига от Пио и его команды, то есть это от команды Infinity. Вот, а подробности я не знаю ни о чем, что, как, деньги будут, я не знаю ничего, вот реально. Вот, так, я хотел бы добавить, секундочку, я быстренько его добавлю, все. 3, 2, 1. Ну что, смотрим за Кэйлом. Ну почти, почти. Забрал он красный, но немножко не повезло бы. Мог убить, кстати, Киллджоя, да, это был Киллджой. Мог его убить, но не повезло. Хотя на второй убил все-таки с Рейнову сзади. Так, забрали там красный, ага. Забрали шаф. Ну и надо идти на квад. А, ой, на квад, на квад. Естественно, на квад. Ну, как я понял, команда. Ой, слушай. Опа. Фига себе. Мешканчик. Вот это мешканчик. Я что-то не ожидал сразу. О, слушай, а Infinity-то забрали квад. Неужели он не знал, что там есть? Я даже понял. И там, кстати, были аптечки. Слышит, слышит он, что на рей... А, нет, я слышу. Он же не может, слишком далеко было. Отдал. Как по мне, у зомби здесь еще больше шансов, чем на ДМ-20. Там была хотя бы 20-минутная игра, но здесь, мне кажется, будет... 100% нет, к сожалению, здесь хорошо играет зомби. Вообще, как я заметил, российские наши команды вот в этой лиге многие, ну кроме вот одной только команды, это команда Infinity, все остальные очень хорошо играют в Red Dead Place. Это 102, это B52, это зомби. Ракс. Ну, я знаю, как они играют в Дредпул. Они нормально играют. Так, слушай, да, мне 30 минут прошло, я включусь. Сейчас. Законнект. Two frags in 2 seconds. Excellent. Так, все, сейчас будет включен, извиняюсь. О, какого-то. Что у нас очередной поворот, там красный, сейчас еще можем забрать за это время и уже прийти окончательно. Кстати, опять занимает у нас поворот команда Infinity. Они уже проигрывали двое. Опять могут убираться. Не попасться, не попасться. Повезло. Ай-яй-яй-яй-яй, ну тут, блин, ни хп, ничего. Хп там было, 50. Да. Две желтые. Не увидел мурзик этого. И опять второй раз уже. Не реализовывать хорошо его. Увидел мигу, забрал ее.
Так, да, ну, парням надо забирать рейлганы. Слишком много у команды зомби их. Ага. Вдвоем, надо вдвоем атаковать. Атакую же. Отлично. Сбрили. Еще и отдал. ФВ. Надо им сейчас занимать как-то рейлган, да. Забирать его всегда. Шафт тоже очень важен, но это когда уже подходит к кваду. Ой, один хп, отдай, да, все, отдай просто. Ты правильно сделал, отлично. Уху-ху-ху, два хп. Ага, вайлдкард взяли и ДЛ. Окей. Знаешь, у нас это единственная игра на сегодня будет. Здесь все еще фонари нам, я не знаю. Забирают у нас килл джой красный. Надо занимать сейчас рейлганы в команде зомби. Их это отобрали у нас. Хотя нет, слушай. Наоборот, отобрали команда Infinity отобрала сейчас шафт, а зомби сейчас наоборот на рейле. Ну, преимущество у зомби, потому что они на рейле и с дальнего расстояния они стреляют и могут изи убить шахтера или да, шахтера. Русский язык. Что у нас тут? Да, слушай, а здесь Killjoy отлично играет. Я смотрю, но это не очень хорошо, как я понял. Ну, так себе. Более-менее. Не совсем хороший, конечно. Коэффициент accuracy. Неужели он не заметил его? Кстати, у него Эрик, что на 100. Что, красный? Красный надо забрать и... Не, надо сразу на квад уже. Да, все правильно делать у нас зомби. Красный, кстати, там лежит. И... А, нет, красный забрал, King Devil. Ну вот зато пропукал, пропукал, правда. Немножко, конечно, забрили его. И мигу забрали. Короче, не заметил, не заметил Орика. Мига появилась. Ну, не видел ее и не знал, скорее всего, тайминг, как я понял. Поэтому не бежал на меня вообще. Красный, интересно, пойдет? Да. А, нет. Побоялся. Кстати, по красным сейчас я еще понял. А, нет. Infinity выиграет по миге и по желтым. А по красным только по зеленым. Команда зомби. Ну, не знаю. 5. Красных против 6 нет. Мне кажется, мига выигрывает. Если 6, конечно. Если 5 там, 5 там, конечно, красный. А так может мига. Если соотношение приводить, ну блин, это может не равно. Секунду. Ничего, нормально. Если сейчас запустишь. Ладно. Я опять немножко здесь по своим делам. Слышит хотя бы на тар у нас.
Противника. Кстати, не с самого начала захватило. Вот теперь у нас брат Эрик. Уже какой раз? Третий, скорее всего. Ну, я не понял. Два раза точно забрал. Красный лежит, да. Об этом сказали. Тиммейт. Но убить его. Чуть не убил. Ой, отлично, Розан. Ну не свой кстати попал. Ну, почти в одну и то же у нас время. Красный с мигой. Но мегу. Нет, слушай, а парни-то из Глинка не знает миге. Красный может уже припомнили. А нет, хотя кто-то разобрал. Ага, все, нам уточнили, Вальфарс выбирает у нас ЛЛ. Это Польша. Короче, блин, по одной-две игры у нас всего лишь. За эти дни. Ну да. Другие дни, знаешь, будут. Ух, неужели двоих? Нет, одного. Аж показалось так. Привет, привет. Привет, Оля, привет. Здорово, Фирс. Как ваше жилище? Нарастает у нас преимущество команды зомби уже. Напомню, что первый как-то так же выглядели зомби. Было просто ожесточайшая битва. Но где-то с 17 минуты зомби все-таки взяли уже преимущество. Там 10 и дальше пошли и 25. Нет, 22, если я не считаю, закончили там 22 фрага. Было тяжко, тяжко. Видно было. Киллджой там плохо играл, а здесь нет уже плюс 14. И... все, парни, отлично. Ну и исполняется ухват. 4, нормально, более-менее. Вот тут, да, я говорил, что здесь команда Infinity очень плохо играет. Эту карту. Они, как я понял, они только хорошо играют ДН-20, скорее всего, в Пургаторе, может быть, там, я не помню. Но они Пургаторе, ошибаюсь, проиграли там, кому? Нердс? Нердс тоже. Ну, не знаю. Не знаю, что ДН-20 не проходит. Более не знаю. Фрагов уже перевалило, надо уже как-то заканчивать. Ай-яй-яй-яй-яй, блин, мог попасть теперь, отличная ракетка, а Фирс бы смог. Ну что, очередной у нас пауэрап. Надо занимать. Кстати, занимать у нас сейчас Infinity. Надо сбривать надо. Киджоя, отлично. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, в купе. Молодец. Не отдал команде Infinity. Урап. Хотя бы так вот. Охо-хо-хо-хо. Ну и здесь уже безоговорочная победа, 100% уже команды зомби, потому что 40 фрагов на этой карте за 6 минут отыграть, ну, такой команде нереально, 100%. Я просто уверяю, потому что если вдруг, вот
Один только есть такой решающий момент. Если вдруг они заберут все остальные поврапы, то есть их три, ну или четыре, я не знаю, ну три точно. То и если они будут реализовывать там по 5-5-6 фрагов, ну слушай, тогда не знаю. Все равно, мне кажется, ты ничего не делаешь, реально. Микрофон, извиняюсь. Чатик, если что, я смотрю через телефон, я вижу ваши сообщения. Всем привет. Посмотрим. Слушай, а у нас-то осталось 2 фрага всего лишь. Все. Обидно. Парни держались. Ну давай, последний. А, нет. Слушай. Два фрага, опять. Скорее всего, после этого, может, план арену придется там подстрелить. Я не знаю точно. Реально не знаю. Может быть, все. Увидим. Ой-ой-ой. Да-да-да, пиши, пиши. Да, я вижу. Еще раз повторюсь. Первый выиграли зомби, там плюс 22. Там было жестко, инфинити там с первой по 7 минуты лидировали. Но потом что-то сдали. Просто реально обидно было за них. В итоге там уже на 17 минуте имели там плюс 10, и потом они наращивали, наращивали.